Здравствуйте, мои дорогие, с вами Лана Ануфриева. Сегодня я получила вот такой замечательный большой подарок из Москвы. Сейчас мы с вами вместе посмотрим, что же в нем. Скоро Новый год, как раз таки к Новому году этот подарок пришел. Вот. Будем с вами смотреть. Возможно, здесь какая-то игрушка, что-то мягкое, либо какой-то сувенир. Только мои предположения, мои догадки. Вот так, он запакован. А какие вообще вы любите подарки? Может, у вас есть какие-то предпочтения? К примеру, моя дочка младшая, она любит больше в данный момент лол, сладости. Так, здесь письмо, это личное. И вот в коробке меня непосредственно ждет сам подарок. Сейчас с вами посмотрим, что же здесь такое. Очень интересно. Прям интересно так, что не могу нормально распаковать. Очень вкусно пахнет. Запах прям, ох. Свеча плавающая в кокосовой скорлупе. Посмотрите. Вот такая свеча. Такого у меня еще не было. Тем более, большое спасибо. Я очень люблю кокосы. Баунти, это прям для меня действительно райское наслаждение. Вот такая свеча. То есть я ее буду включать и наслаждаться ароматом кокоса. Вот такая еще коробочка. Что здесь в коробочке? Посмотрим. Какое-то, видимо, украшение. Какая прелесть. Это прям моя слабость. Сережки. Спасибо вам большое. Серебряные сережки. Вот такие. Прям замечательные. Я очень люблю серебро. Вот честно скажу, я люблю серебро больше золота с детства. Видимо, потому что оно нейтрализует негатив. Прям спасибо огромное. Мне сейчас, видимо... Даже и потерялись мои последние сережки серебряные. Я буду с радостью их носить. Прямо сегодня, прямо сейчас одену. Вот в такой коробочке замечательной, красивой. Коробочку сохраню. Дети заберут, не знаю. И что-то здесь еще меня ждет. Вот еще такая коробочка. Сейчас ее с вами открою. Да, конечно, очень приятно. Огромная благодарность моим клиентам за то, что любите, цените. Это, конечно, дорогого стоит, я уже говорила. И здесь, ух ты, ой, ну это прям нет моей младшей дочки здесь. И старшая тоже такое любит, это они у меня сразу заберут. И как красиво упаковано. А здесь, ух ты, какая красота. Что-то здесь прям такое. Это брошь. Это брошь. Вот, вот такая брошь, это ворон, ворона, видимо, вот посмотрите, какая замечательная, нет, что я говорю, это же снегирь получается, да, верно, снегирь, красная, черненький, вот, снегирь, да, и ветка рябины получается, вот, очень красивая, прям на шубку зимой, на шляпку, на что угодно буду носить, тоже класс вообще, у меня прям... У меня глаза горят от таких вещей. И все красиво упаковано. Спасибо вам огромное. Коробочку все прячу. Вот это посмотрю, либо кому-то отдам, либо себе тоже оставлю. Я очень вам благодарна. Такое вообще, ну, класс. Прям вот это я прям сейчас себе нацеплю на шубку. Это я тоже себе сейчас повешу. Но это буду... Ой, кокос. Прям... Я безумно вам благодарна. Большое спасибо за то, что цените меня, мою помощь. Мне очень приятно. Большое-большое еще раз вам спасибо. Мне очень приятно. Прям даже словами не могу передать, подобрать. Я буду по-прежнему с вами, с таким же энтузиазмом работать, всем помогать, всем желающим. Ваша Лана Ануфриева. Всех с наступающим Новым годом, который уже скоро, и вот я уже получаю некоторые подарочки. Еще раз спасибо огромное.